Здравствуйте, это наша ежедневная рубрика Колонка главного редактора студии Дмитрий Нечаев. Сначала ситуация на региональном фронте, В фронте борьбы с коронавирусом, как вы понимаете. Новости, прямо скажем, нерадостные. Довольно долго в Тверской области было менее 10 заболевших, и вот за прошедшие сутки число выявленных случаев почти удвоилось. Прибавилось сразу аж 7 новых заболевших. Таким образом, всего по настоящее время в регионе подтверждены 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Трое заболевших уже выздоровели и выписаны из больницы, ну а всего сейчас 16 пациентов находятся на лечении. Слава богу, удается обходиться без смертельных случаев. И вот, знаете, хочется сказать низкий поклон тем, кто на переднем Рубеже борьбы нашим медикам, которым, кстати говоря, надо сказать, выделено почти 48 миллионов федеральных рублей для доплат за этот трудный период. И еще к этой сумме будут добавлены региональные средства, и это заслуженно хочется сказать. Теперь несколько слов о селекторном совещании, которое Владимир Путин провел буквально накануне. 8 апреля президент страны провел селекторное совещание по видеоконференц-связи с главами регионов страны. В нем участвовал и губернатор Тверской области. До этого Путин озвучил новые меры поддержки населения и борьбы с COVID-19. Неотложной задачей для всех регионов Владимир Путин назвал обеспечение повышенной готовности медицинских учреждений, а также наращивание их ресурсов и возможностей, закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, реанимобилей, машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже прямо в этом месяце. Будут также реализованы дополнительные меры поддержки экономики. Для предприятий малого и среднего бизнеса предусмотрены отсрочки по уплате страховых взносов в социальные фонды аж на полгода. Ну а безработным гражданам также предусмотрены дополнительные выплаты в размере 3000 рублей для несовершеннолетних детей. Помимо этого, рассматривается возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам. По итогам губернатор Тверской области заявил, что это ключевой момент для нас. Президент дал больше полномочий регионов. И это важно для более оперативной работы, принятия конкретных решений и их реализации. Также дано поручение поддержать субъекты, чтобы они могли заниматься вопросами экономики и социального благополучия граждан. И вот у нас, как сказал губернатор, зарезервированы средства на поддержку экономики. Что очень хочется надеяться, что наша экономика выстоит в этот непростой период. И хочу еще вот о чем сказать, что все больше и больше вопросов поступает от вас, от нашей аудитории. Скажем, днем их количество, можно сказать, удваивается. На нашу горячую линию, телефонную 341-341, мы уже призывали вас звонить, рассказывать о тех проблемах, с которыми вам приходится сталкиваться. И вот самое главное, я сегодня выделил на вот этот листок, Первый вопрос, где в Твери, от вас, первый вопрос, где в Твери можно сделать коммерческий тест на коронавирус? Отвечаем сначала объявление объявления Всемирной организации здравоохранения пандемии коронавируса анализ на COVID-19 в Твери делали только в лаборатории Роспотребнадзора. Но с 26 марта в Центре специализированных видов помощи, ну, это знаменитая больница Аваева, в Твери начала работать дополнительная лаборатория, где теперь делают анализ биологического материала на новый коронавирус. До конца этой недели в областном центре откроются еще несколько лабораторий. Но сейчас вот уже мы знаем, что действуют лаборатории на базе станции переливания крови и клиники Тверского государственного медицинского университета. Еще вопросы. Вот такой спорный случай. При вызове скорой помощи врачи приехали без масок и, зайдя в квартиру, прошли в комнату без бахил. Как такое могут позволить врачи, задает вопрос наша аудитория. Вот хочется сказать спасибо большое пресс-службе Минздрава регионального. Они очень оперативно, буквально только что прислали пояснение по этому вопросу. Итак, как отметила заместитель главного врача ГБУС Тверская станция скорой медицинской помощи Галина Алексеева, штатными средствами индивидуальной защиты на этапе оказания медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи является форменная одежда и перчатки однократного применения. То есть бахилы не входят в оснащение скорой медицинской помощи. Кроме того, все бригады оснащены дополнительными средствами индивидуальной защиты, такими как одноразовые халаты, шапочки, маски и дезинфицирующие средства. Однако необходимость их использования определяется вот этой бригадой по непосредственно на месте вызова. Например, кашель, боли в горле и подобное. На вызовы другого профиля, такие как травма, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, бригада использует штатные средства индивидуальной защиты, ну а дополнительные на свое усмотрение. Вот вам ответ. Еще несколько ваших вопросов. По указу президента цены на продукты не должны повышаться в ближайшее время, однако они уже стали выше, как это понимать. Но нашим внимательным зрителям я хочу напомнить, что буквально вчера у нас в новостях вышел сюжет некие волонтерские организации проводят мониторинг цен в магазинах. И по итогам этого мониторинга, в котором принимала участие наша съемочная группа, эта информация есть на сайте нашего канала, можете посмотреть, по итогам этого мониторинга направлены письма в соответствующие, соответствующие инстанции, которые, ну как мы надеемся, отрегулируют эти цены. Ну а если не отрегулируют, то будем и дальше подключаться мы, в том числе и по вашим обращениям. Еще вопрос: почему конкретно ничего не говорят про коронавирус в Твери, сколько заболевших на данный момент? Ну, я тоже хочу сказать: смотрите внимательно наши новости, смотрите внимательно колонку главного редактора. В каждом выпуске ежедневно по будням мы сообщаем точную картину количества заболевших из официальных источников, количество выявленных заболевших. Ну и последний вопрос, вот тут, видимо, ко мне адресован. Написано, Нечаев выступал в передачах, что нельзя собираться на площадках и парках, но на площадке возле ремесленного проезда собираются народы, играют в футбол. Ну, хочется порадоваться за тех, кто находит в себе силы играть в футбол в это время, но, с другой стороны, конечно, мы знаем, что губернатор рекомендовал не собираться большим количеством людей, ну, понятно, в этих условиях, что противодействует коронавирусной инфекции. Это уже, конечно, на усмотрение граждан, но каких-то специальных мер пока не предусмотрено. Но, в принципе, граждане могут позвонить в полицию. Я надеюсь, что приедет УАЗик, выйдут полицейские и проведут беседу с этими несознательными гражданами. Пока вот так. Потому что официально у нас не введен, не введен режим чрезвычайной ситуации, который позволял бы, например, таких граждан привлекать ну, даже к уголовной ответственности. Вот такие новости на сегодня. Мы очень надеемся, что они и дальше будут, нам и дальше удастся удерживать ситуацию, во всяком случае обходиться без трагических случаев. Мы будем очень на это надеяться. И помните, что самое главное, самое ответственное, это все за нами. Это мы должны с вами соблюдать меры самоизоляции, меры профилактики, личной гигиены. Мы должны позаботиться не только о себе, а о своих близких, друзьях, знакомых, родственниках. Берегите себя и своих окружающих. И до встречи завтра.